Ученики 9-й школы микрорайона «Солнечный» отметили новоселье. Образовательное учреждение полностью отвечает требованиям современности и предполагает комфортное обучение для 300 юных алданцев. Отличных оценок, крепких знаний и творческих успехов ученикам и их наставникам пожелали наши коллеги. Для 300 школьников прозвенел первый звонок. Школа номер 9 города Алдана приняла воспитанников. Новую обитель знаний дети и взрослые ждали последние 10 лет. 3 года назад началось строительство. Не верится до сих пор, что мы в такой красоте и в тепле. И очень свободно, и красиво. Новая школа стала для ребят первым и, наверное, главным новогодним подарком. Яркое представление в национальных традициях для новоселов подготовили артисты хатыстырского ансамбля «Энакин» и актеры «Тюза». Ощущение такое, что мечты сбываются. Мы до сих пор, когда заходим в школу, у нас захватывает дух от того счастья, которое посетило нас. Да? От того, что действительно дети сейчас будут учиться в тех условиях, в которых они должны учиться. Для приближения новоселья педагоги делали все возможное. В послеремонтной уборке и перевозе мебели и книг активно участвовали дети и родители. Начать грызть гранит наук в новом здании одинаково сильно хотелось всем. Мы же все вместе над ней трудились, то есть мы вместе здесь обустраивали все, помогали, что-то переносили. В общем, мы очень довольны, что мы наконец переехали. В новой школе имеются тренажерные, танцевальные и актовые залы, 2 лингофонных кабинета и столовая. Оборудованы душевые, для детей-инвалидов предусмотрен лифт. Школа микрорайона Солнечного в Алданском районе пока единственная, которая отвечает всем требованиям современности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.